25 апреля я засняла свой эксперимент по укоренению черенков лаврового дерева и обещала поделиться результатом. Перед вами молодой саженец с уже подросшими двумя листиками и набухшей почечкой наверху. Я надеюсь, что этот саженец будет расти и развиваться, хотя у меня был один саженец, у которого тоже уже были листики, но он почему-то погиб. Сегодня я обнаружила, что еще у четырех саженцев есть корешки и набухшие почечки. Это было для меня большой радостью и неожиданностью. Вот, посмотрите, видите, вот корешок. И сейчас покажу на другом саженце. Там тоже корешки видны прямо на поверхности и почечка такая хорошая, набухшая сверху. Вот, посмотрите, видите? Угу. Оценить состояние саженца, который я укореняю, по качеству листика очень тяжело, потому что листики долго очень остаются зеленые и плотные. У другого саженца я обнаружила корешок, который просвечивает сквозь пластик. Сейчас я покручу, и вы тоже увидите его. Вот, посмотрите, вот видна ниточка беленькая, видите? С момента укоренения прошло полгода, и все это время они у меня стояли под колпаком. Так как лаврушка мальчик капризный, я, наверное, их оставлю пока под колпаком, просто пооткручиваю крышечки. Тем более, что включили отопление и изменился микроклимат в комнате. Снимать колпаки буду постепенно, контролируя состояние листиков новых, там, где они уже есть, и почечек, которые набухли, чтобы саженцы акклиматизировались постепенно. Ссылку на видео о том, как я укореняла, вы увидите здесь на экране, а быструю ссылочку оставлю под роликом. Если у вас есть интересный опыт и замечания по укоренению лаврового листа, буду очень рада прочитать ваши комментарии. Всего вам хорошего, до встречи, пока!